Всем привет, мои дорогие друзья! Hello all my dear friends! Immediately for my English speak viewers, I will always add to subtitle to the video, so just turn them on. And on the stream you help me improve my bad English. Хочу обратиться ко всем, кто смотрит меня и кто еще присоединится. С этого времени мои видео и трансляции выйдут на новый уровень. Я хочу делать более красивый и качественный контент. Никогда ранее не думал, что это будет интересно мне. Но в последнее время я привык к этому. И теперь хочется делать все качественно и красиво. Я с радостью буду общаться с вами и помогать в меру своих сил и возможностей. Сейчас я нахожусь в процессе покупки некоторых деталей и компонентов для создания красивых видео и трансляций. Поэтому пока не запускаю все в полной мере. Но думаю, в ближайшую неделю я смогу сделать это. Конечно, это не моя основная работа, поэтому посвятить свое время стримам и видео я не смогу. Но надеюсь, что теперь мы будем общаться с вами плотнее. Это видео я делаю как начало нового этапа своей деятельности на YouTube. Мне писали комментарии в Фейсбуке, какой контент я должен делать, а какой нет. Я с радостью буду прислушиваться к пожеланию моих зрителей, но последнее слово всегда будет за мной. Хочется делать то, что в первую очередь будет интересно и нравится мне. Тогда это будет получаться хорошо, и это будет нравиться вам, и все будут довольны. Надеюсь, для себя вы сможете подчеркнуть много полезного, значительно улучшить свою игру. Ведь именно для этого изначально я создавал канал. Хочу помочь вам стать лучше, отточить свое мастерство и навыки, и показать, как делаю это я. Поэтому я желаю всем удачи. Я люблю вас, жду на своих стримах, не забывайте смотреть новые видео. Также задавайте свои вопросы в комментариях, ставьте лайки и не забывайте подписаться на мой канал. Это очень важно для меня. А ты можешь помочь мне прямо сейчас. Подпишись на мой канал и поставь лайк под этим видео. Всем до встречи и пока.